Заместитель главы администрации Галского района Беслан Эмурхпа представил работникам культуры нового заведующего Спартака Кабба. Распоряжение исполняющей главы администрации Галского района в связи с поданным заявлением от 04.09.2020 года заведующий отделом культуры администрации Галского района освободить от занимаемой должности заведующего отдела культуры администрации Галского района Колбая Лейлу Парисову по собственным желаниям с 04 сентября 2020 года. Распоряжение исполняющей главы администрации Галского района на основании поданного заявления руководства законом Республики Абхазия об управлении административно-территориальных единиц Республики Абхазия назначен на должность заведующего отдела культуры администрации Галского района Кабба Спартак Валикоевича с 04 сентября 2020 года с испытательным сроком на 3 месяца. Должность заведующего отделом культуры занял Спартак Кабба. Заслуженный работник культуры, хореограф, воспитал не одно поколение танцоров. Спартак Кабба является отцом участника международного проекта «Ты супер танцы» Леона Кабба. Я вообще в искусстве с 5 лет. Сегодняшний день вот здесь с вами, в этом же Доме культуры, занимаюсь ансамблем. Наверное, скоро в будущем мы с вами порадуемся. Надеюсь. Спасибо за доверие. Я надеюсь, с таким хорошим коллективом, то, что не знаю, а вот Борисовна поможет рядом постоять со мной, я знаю, я уверен. Надеемся. Да, да. Надеюсь, мы с вами поработаем. Конечно. И сработаемся. За плечами трудовой деятельности Лейлы Колбая 2 года работы зав. Отделом культуры. С 1968 года она работала в детском садике, а с 1970 года в детской музыкальной школе. Больше 2 года мы вместе работаем. Что проходило, сделали хорошо, то это и заслуга их нет. Если не коллектив, тогда заведующий ничего одна не сделает. И всем большое спасибо. От всех депутатов хочу поблагодарить вас, чтобы сказать вам большое спасибо за то, что вы все это сделали. Все праздники у вас были не всегда красивые и добрые. Спасибо. Большое спасибо вам за ваши услуги. Беслан Эмурхпа пожелал работникам культуры района под руководством нового заведующего успешной деятельности, чтобы реализовать все задуманные планы. Я хочу, естественно, слова благодарности выразить от лица администрации, конкретно от Константина Эдуардовича Билия. Мы хотим вас поблагодарить, желаем вам крепкого здоровья в дальнейших ваших делах, успехов. И хотел бы, естественно, сказать... Спасибо вам огромное за вашу проделанную работу, за ваш труд, за ваш вклад. И, естественно, вы остаетесь в коллективе, это однозначно. Спасибо вам огромное. Анжела Убилава, Илона Микава, Ника Гачава, ГалТВ.